Немецкие силы правопорядка приведены в состояние полной готовности. Цель – обеспечить безопасность участников саммита G20, который стартует 7 июля в Гамбурге. В город стянуты порядка 20 тысяч полицейских и спецназовцев, в распоряжении которых будут находиться десятки тысяч служебных машин и вертолетов. По данным спецслужб, в городе могут находиться до 8 тысяч лиц, потенциально готовых на применение насилия. Речь идет о радикально настроенных анархистах, антиглобалистах и членах левых группировок. Некоторые из них не скрывают своих намерений сорвать встречу лидеров двадцатки. Мирные протесты приветствуются и допускаются в нашей демократической стране. Но организаторы протестов с применением насилия не могут апеллировать к праву на свободу собраний, которое прописано в нашей Конституции. Такие протесты мы будем пресекать. Ранее по подозрению в подготовке нападений во время предстоящего саммита был задержан 30-летний мужчина. В ходе обысков в двух квартирах в Гамбурге, а также в северном городе Росток были обнаружены склады оружия и взрывчатых веществ.